Волейбольная команда «Заречье Одинцово» одержала победу в игре против красноярского «Енисея» в рамках матча 6-го турнира чемпионата России. Сражались спортсменки в Одинцовском волейбольном центре, и уже с первого сета хозяйки чувствовали себя уверенно. В какой-то момент гостям почти удалось сравнять счет, но «зареченки» после мощной атаки вырвали победу со счетом 25-17. Сегодня мы удержали игру практически. Да, были небольшие, как говорится, ямочки, но тем не менее мы удержали и выходили опять вперед. Заслуженно победили. Мне нравится, сегодня нравится. В самом начале второй партии «зареченки» вышли вперед после двух отличных подач. Позже представительницам Красноярска удалось сравнять счет. Но усилий не хватило, чтобы удержать его. «Заречье Одинцово» вновь вырвали победу со счетом 25-21. А вот в начале третьего сета «Енисей» повел 4-2. И такое преимущество им удалось сохранить почти до конца игры. Но «зареченки» все же вырвали победу. Общий счет игры 3-0 в пользу одинцовской команды. Довольно сыграли стабильно, поэтому и настрой был хороший, мы готовились к этому матчу и как результат победили. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцово».